Наш водитель какие-то маневры создает непонятные. Блин, мы едем. Задом едет, да. Функциона лос френос? Hay más o menos hos, så skulle vilja att ni som sitter längst bak säger till när vi kommer fram till kanten. Nej, nu vaknar ni minsann. Я бас, есть какая-то смотровая площадка. А, специально задом подъехал, чтобы... Так как развернуться не сможет, все понятно. Натамир камера, Ланзаротте. О, ничего себе. Нормальное место. Так, друзья, посмотрим, что нам тут... Да, на самом деле здесь очень красиво. Видишь, там еще острова. Ага. Сзади. Один этот национальный парк, если называется, если вы красиво. Это парк, да? Национальный парк. Ага. Парк у них всегда. Туда понятно. Можно как туда зарулить? 20 евро можно поехать. Ага, на этот парк. Так. До 3 метра плыть. Ага. Потом вот там тоже маленький остров, видишь, чтобы. За ним который. И вот там вот еще мелкие какие-то. Да. Классно. Ну, очень красиво здесь. Вообще обалденно просто. Ой-ой-ой. Очень хорошее место. Единственное, что тут не в кайф, это то, что сейчас мы сюда приехали, и точно так же с этой группой надо отсюда уезжать. Представь, здесь какой, если здесь самому просто спускаешься вон там. Я думаю, что ты можешь остаться. Группа не будет волноваться. Группа не будет переживать, да? Да, но у нас нет рюкзаков, ничего нет. Я имею в виду вообще просто самому со всеми этими нашими вещами. Ну да, здесь немного ветерочек дует. Не даже не то, что ветерочек дует. 600 метров. Прохладно. 600 метров над уровнем моря. Да, вот такие вот дела. Что, друзья, пока все. Буду беречь батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Ланзарот в каком-то месте, которое называется, как знаешь, называется? Гуинат. Смотровой пункт.